Дорогие коллеги, с огромным удовольствием от имени Оргкомитета я приглашаю вас принять участие в очередной ежегодной конференции «Осенние рефлекционные чтения». Время бежит быстро, и мы сейчас готовимся провести уже 9-ю нашу конференцию, «Осенние рефлекционные чтения» с международным участием. Возрастающий интерес к нашей конференции, увеличение количества участников побудило нас сменить площадку проведения конференции. И в этом году мы будем встречаться в инновационном центре Сколково, который, на наш взгляд, позволит достаточно комфортно, я бы сказал, эргономично провести нашу встречу. Программа конференции предполагает 4 основных блока. Первый блок будет посвящен симптомам адаптации и дезадаптации к рефлекционным нарушениям. Второй – сочетание рефлекционных нарушений с основными заболеваниями глаз, я имею в виду глаукому, изменение хрусталика, патологии зрительного нерва и сетчатки. Следующий блок будет посвящен компонентному анализу рефракционных нарушений, где будут подробно разобраны современные методы биометрии, рефрактометрии, аккомодометрии. И заключительный блок, естественно, будет посвящен современным методам коррекции рефракционных нарушений, который будет включать обсуждение как традиционных методов, так и методов хирургических, различных хирургических вмешательств. Формат конференции, естественно, предполагает доклады в каждом блоке, но мы немножечко изменили регламент конференции и после каждого доклада запланировали 10-минутную возможность участникам конференции не только задавать вопросы, но и активно обсуждать те проблемы, которые будут представлены нашими докладчиками. Кроме этого, после каждого блока мы предусмотрели так называемую дискуссионную панель, на которой в контексте обсужденных докладчиками проблем мы рассмотрим конкретные ситуации с практической точки зрения, и там будет несколько экспертов, но самое главное, мы предполагаем активное участие наших коллег, вас, оптометристов, офтальмологов, которые могут высказать свое мнение на решение той или иной конкретной проблемы, которую мы будем обсуждать в рамках дискуссионной панели. Инновационный центр Сколково обеспечит, мне кажется, замечательную возможность участия в конференции, поскольку мы планируем, что наши гости из других городов будут там проживать, то есть мы сконцентрируем ядро нашей конференции именно в инновационном центре Сколково. Кроме пленарных заседаний, планируется проведение так называемых мастер-классов. В рамках этих мастер-классов будут освещены основные диагностические новые приемы, которые применяются в офтальмологии. Вы сможете участвовать непосредственно в этих диагностических приемах за счет ознакомления с оборудованием. И кроме этого, сможете ознакомиться с новейшими методами оптической коррекции рефракционных нарушений. Главная задача Оргкомитета – привлечь не только ваше участие в качестве слушателей, но и обеспечить вам возможность активно участвовать, не только задавая вопросы, но и активно участвовать в дискуссиях. И именно поэтому вы обратили внимание, мы предусмотрели дискуссионные панели и возможность после каждого доклада обсуждать в 10-минутном формате те проблемы, которые будут представлены докладчикам. Я уже сказал, что нынешняя конференция будет 9-й по счету, и нас очень радует, мы вот анализируем состав участников, вопросы, которые задаются. Нас очень радует Оргкомитет, что количество участников с каждым годом увеличивается. И последняя конференция привлекла более 800 участников. Причем увеличивается не только количество оптометристов, понятно, что наша тематика связана напрямую с оптометрией, но и офтальмологов, рефракционных хирургов, которые прекрасно понимают, что те проблемы, которые мы обсуждаем, они должны решаться совместно и оптометристами, и офтальмологами.